теперь продолжим тему коррекции губ. Мы говорили о коррекции полных губ. Давайте их повторим. Коррекция номер один. Слишком полные губы. Коррекция номер два. Большой рот. Коррекция номер три. Слишком полная, выдвинутая вперед губа. Для узких губ тоже существуют определенные коррекции, при помощи которых ваш рот станет привлекательным, соблазнительным и красивым. Коррекция номер четыре. Слишком узкие губы. Сделав общий тон, особенно тщательно растушуйте его около рта. Слегка припудрите кожу. Контурным карандашом или кисточкой номер один чуть выше своей природной краевой линии губ проведите контурную линию. Постарайтесь так расположить эту контурную линию, чтобы она не попадала на волосяной покров верхней губы. Нужно найти оптимально правильное место и форму, чтобы губы казались полнее. Обычно краевая линия узких губ выражена ярко, она острой выпуклой формы. Поэтому контурную линию нужно сделать предельно четкой, а образовавшийся промежуток между губой и линией тщательно закрасить также контурным карандашом. Он более плотный и вязкий по консистенции, поэтому будет хорошо держаться на поверхности кожи. Помаду подберите точно такого же тона, как карандаш, тогда самую губу вы сможете красить помадой. Внутренний край контурной линии аккуратно сведите на губу. Обязательно пользуйтесь фиксирующим кремом для губ. Коррекция номер пять. Слишком маленький рот. В этом случае контурную линию проводим сразу от уголков рта, выводя ее на нужную высоту. Техника рисования формы рта та же. Используйте или контурный карандаш для всей поверхности губ, или два слоя помады, кому что больше нравится. Эта коррекция должна быть выполнена самым аккуратнейшим способом, поэтому используйте кисточку для губ.
Красить губы нужно, приоткрыв рот буквой О, нанося помаду и на углы рта. Правда, здесь понадобится лишний раз поглядеть в зеркальце, чтобы помада в углах рта не расползалась и не свертывалась. Вот здесь вам поможет крем-фиксатор для губ. Коррекция номер 6, если узкая только одна губа. Значит, используя коррекцию номер 4, вы увеличиваете ее тем же способом. Но есть одна особенность. На узкую губу используйте помаду чуть светлее, чем на более полную. Не перестарайтесь, найдите нужный минимум коррекции.